С вами Афонтово Новости. Продолжаем выпуск. 8 сентября в Красноярске пройдут выборы депутатов в городской совет. В борьбе за 36 мандатов в этом году сойдутся, по мнению политологов, рекордное количество кандидатов. Сейчас смотрите очередную серию проекта «Навстречу выборам». Сегодня о том, кто собирается баллотироваться в парламент, выставив свои кандидатуры по одномандатным округам. Слово автору проекта Сергею Кузовкову. Восьмого сентября в Красноярске состоятся выборы в городской совет. На этот раз кандидаты будут бороться за 36 депутатских мандатов. Это очередная серия проекта «Навстречу выборам». Сегодня о тех, кто, возможно, выставит свои кандидатуры в одномандатных округах. Сентябрьские выборы в горсовет пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Каждый избиратель, пришедший на участки, проголосует дважды. Один раз за кандидата по одномандатному избирательному округу, второй за кандидата, выдвинутого избирательным объединением, то есть партией. Избирательное законодательство, прежде всего закон Красноярского края о выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае, изменился в части пропорциональной системы, и это касается прежде всего города Красноярска, потому что с численностью избирателей более 500 тысяч человек, общетерриториальный, общегородской наш список, по которому избираются кандидаты, депутаты от политических партий, будет поделен еще на 18 территориальных групп. Особенно тяжело придется тем, кто решил бороться самостоятельно и на свои плечи взвалит кампанию, зарабатывая симпатии избирателей того или иного округа. Все говорят про то, что там коммуникабельный должен быть, что должен уметь там общаться с людьми. Это важно. Но мне кажется, самый важный фактор – это знание своего округа и проблем жителей, которые там живут. Это самое важное. Потому что попытка иногда депутатов навязать то, что они знают, и то, что им интересно, она не срабатывает. Людям все-таки важно, чтобы они откликался, депутат откликался на то, что волнует их. И поэтому изучение того, что происходит в округе, а у нас ситуация очень разная, на правом, на левом берегу, в Рощеле или, значит, на Гордыка, вот это самое важное, потому что нужно, как говорят, знаете, попадать в повестку избирателя. Организационный, финансовый и личностный ресурс кандидата – вот три слагаемых успеха во время стандартной избирательной кампании. Но эта кампания будет особенной. Для тех, кто пойдет на выборы, важным фактором станет и поддержка крупной партии, уверены политологи. Большинство из них склоняется к тому, что в этом году на выборы по одномандатным округам пойдет минимум беспартийных кандидатов. Одного их желания и того финансового ресурса, который они могли бы влить в избирательную кампанию, уже не хватает. И в этом смысле круг будет достаточно ограниченный, на мой взгляд. Но это не значит, что будет мало кандидатов и будет достаточно много. Просто появятся новые, кто не был внутри политических процессов и кто не совсем понимает, как вот это устроено, эта кухня. Будет, поэтому, конечно же, будет много разочарований, много потерянных денег, но тем не менее, победит в любом случае вот человек, который обеспечен вот, собственно, этим ресурсом. Большинство партий сегодня до сих пор решают, какие кандидатуры выставить по округам. Есть проблемы с поиском фигур узнаваемых и авторитетных. Для большинства партий это очень сложный процесс. Донести как бы свои идеи, свои мысли людям малоизвестным, людям там не харизматичным будет очень сложно. Поэтому сейчас мы как раз ведем переговоры и ищем тех людей, кто в городе уже известен, тех людей, которых люди знают, которым доверяют, для того, чтобы они имели реальный шанс пройти в городской совет по одномандатным округам. Важен имидж депутата, потому что будущего депутата. Да, будущего депутата, да. Потому что имидж, наверное, чуть ли не главное, потому что доверие от народа, доверие как бы жителей, это очень важно, потому что можно потратить огромные деньги, как некоторые делают, и проиграть, потому что у тебя, к сожалению, плохой имидж. Наверняка многие из претендентов на депутатское кресло решат подстраховаться, выдвинут свои кандидатуры и по одномандатным округам и войдут в списки партий. Не хочу прятаться за, так скажем, чье-то партийное знамя. Наверное, я буду в каком-то списке участвовать, так сказать, моя фамилия будет в каком-то списке, потому что все равно, ну, одиночки это, наверное, в этой ситуации, в ситуации выборов в городской совет и дальнейшей работы, это не самая эффективная, будем говорить так, возможность работать. Вот. Но, тем не менее, я
обязательно пойду на одномандатный округ, чтобы идти разговаривать с людьми еще раз, так сказать, их слышать. Эксперты уверены, нынешняя кампания будет не похожей на все предыдущие. Много черного пиара, серьезная конкуренция со стороны оппозиции. К тому же список кандидатов будет пестрым, как никогда. За мандаты будет бороться не только часть действующих кандидатов, но и бизнесмены, рестораторы, строители, а также представители промышленных и экологических групп. Кандидатов даже действующих особо не знают избиратели на сегодняшний день. Показывают исследования, они их не помнят, не могут назвать их имена, фамилии и так далее. Поэтому что действующие, что новые, они должны как-то о себе заявить. А это можно бежать, если в основном пешком пройдя там весь округ. Добавлю, что в случае, если партийный кандидат, выдвинувшийся дважды, выиграет и в едином, и в одномандатном избирательном округе, на его место в партийном списке двигается следующий претендент. А если такового не окажется, в горсовет пройдет соискатель, баллотирующийся в другой региональной группе, но от той же партии. Это была очередная серия проекта «Навстречу выборам». В следующей поговорим о нынешнем составе горсовета и чем он запомнился красноярцам. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кузовков, Михаил Масленников, Олег Голубин, Афонтова. Новости.